В Сербии прошел крупнейший за последние десятилетия антикоррупционный рейд. Полиция задержала 80 подозреваемых, в том числе экс-министра сельского хозяйства и других высокопоставленных чиновников. По данным МВД, они нанесли бюджету ущерб на сумму в 100 миллионов евро. В ближайшее время будут арестованы еще 39 человек. Правоохранительные органы подозревают их в получении и даче взяток, злоупотреблении служебным положением и отмывании денег. Отмечу, Сербия входит в число самых коррумпированных стран Европы. В индексе восприятия коррупции, составляемом компанией Transparency International, она занимает 78-е место.